О, Леночка, привет. Доченька, алло. Алло, Лен. Ленуль, как ты там, Лен? Нормально. Нормально. Как детки? Нормально. А, ну ладно, мы сейчас находимся на репетиции военного парада на Тверской улице, так что я тебя поздравляю. Сейчас вот ждем самолеты, полетят наши самолеты, танки, ракеты российские, лучшие в мире. И все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2018-2024-2030 года, и все высшие награды Путина, Мишутина, Медведева, Колокольцева, Бортникова, Шойгу, Собянину, армии МВД, ФСБ, полиция России, лучшие в мире. Тоже, Лен, поздравляй! Молодец, все, Россия вперед! Давай, доченька, смотрим сейчас, самолеты полетят, давай, снимаем, да, давай, все, давай, Россия вперед! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты всесильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2018-2024-2030 года. И на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведя Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Генеральная репетиция военного парада на Тверской улице на Красной площади празднично торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, все делает для счастливой, самой лучшей в мире жизни благополучных россиян. Призываем все страны, все континенты вкладывать как можно больше инвестиций в российскую экономику. Экономика России самая лучшая в мире. Наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века.